русские люди. Татьяне Евстратовой 16 лет. Она учится в 11 классе в Жаворонковской школе. И у нее есть несколько бизнес-идей. Одна из них принесла девушке призовое 3-е место в бесплатном образовательном онлайн-проекте. Татьяна разрабатывает бизнес-идею, связанную с туризмом. Так называемый кемпинг на деревьях. Так сейчас набирает популярность палатки на дереве, это более безопасно, то хочется это больше реализовывать в России, в курортных городах. Пройдя обучающий курс, многие участники проекта изменили свою точку зрения о предпринимательской деятельности. Признаются, до обучения им казалось, что реализация бизнес-идей – это большие риски. Теперь они знают путь к осуществлению своих целей. После прохождения я понял то, что люди такого же возраста, как я, могут создавать свои бизнес-идеи, бизнес-планы, могут продавать что-нибудь, и не надо бояться этого. Областной обучающий онлайн-курс проходил в октябре. В нем принимали участие молодые люди от 14 до 17 лет. Инициатором проекта стало Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития России. Администрация Одинцовского округа также оказала поддержку в его реализации. Школьники из нашего муниципалитета вошли в пятерку лучших. Мы содействовали в информировании о том, что будут проходить данные мероприятия. Мы содействуем вместе с нашим управлением образованием для того, чтобы как можно больше ребят узнали об этом мероприятии и приняли участие. Как я уже сказал, двери администрации и мои двери всегда открыты для общения. Помимо поздравлений и ценных призов, победители получат возможность общаться и перенимать опыт у практикующих стартаперов из инновационного центра «Сколково». Это, пожалуй, главная награда. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».